Ну как улов? Пока, ну погода такая. А? Так себе. Ну, смотрите, вон пакет висит. Ну есть хоть? Есть, есть. Ну мелочь. Мелочь? Не как в тот раз. В июле месяце я приходил. Вы, наверное, меня помните? Помню. Я хотел спросить. Я репортажи делал. Да. Вот. Но сегодня погода дождливая. Все. Да, и ни щуки, ничего нету. Нет, ну а вы же на глухую ловите, уже да, я видел. На глухую. Ага. Ясно. Ну что, поглядим, что ли? Уловчик-то. Давайте посмотрим. Ну так, что теперь? А мелочь это, как я называю, пивные. Мы пивные их называем. Ага. Ну, в основном что, густера или что? Подлещики? А, подлещики есть даже, да? А ну-ка, раскройте пакетик. Не просто раскрою, я вам сейчас... А, ага, да. Ради бога, да. Ради бога. Да. О! Ага. Да нет, видно, вон. Она же прыгает. Да, да, ага. Это вот подлещики все. Ага. Смотрите, вот. Гляди-ка. Крупнее не попадает. Ясно. Ну а что? Ну чуть побольше ладошки. Ну есть, да, его. Чуть побольше ладошечки. Ну что сделать? 5 штучек, да? Ну, одного. За утро. Да, так, 6, я сегодня поймал. Это вы вдвоем или. Нет, ну, один. А, вы только поймали? Да. Ага. Ясно. Понятно. Пока только сегодня. И вон там вон Костя. У него тоже штучки 3, наверное, поймал. А дальше не знаю. Ага. Понятно. Все хорошо. Ну что? А? А я выкладываю, значит, в соцсетях. В соцсетях. YouTube. В Ютубе. ВКонтакте. ВКонтакте, в Одноклассниках. Одноклассник у меня нет, ВКонтакте есть. Ну вот ВКонтакте. ВКонтакте, смотри. Да. Все, увидите, ну я именуюсь, знаете, под псевдонимом Алексей Доктор Леший. Найдете. Да видали, конечно. У меня же песен, по-моему, я же автор-исполнитель же. Вот. Я же автор-исполнитель своих песен. Я вот и о рыбалке сочиняю песни о многом. Ну, в общем, сюжеты беру, вот, значит, такие выдержанные жизненные сюжеты о рыбалке. И это выкладываю в соцсети. И плюс еще дополнительно накладываю песни где-то, что-то, если это сочиню. Вот. Так что глядите, в соцсетях у меня все. Хорошо. Вот. Нет, увидите. Как вас величать-то? Николай. Николай, ну вот, а меня Алексей. Хорошо. А так я под псевдонимом Алексей Доктор Леший в соцсетях. Вот. Все хорошо. Ну ладно, всего, ни хвоста, ни чешуи вам. Спасибо. Ага. Спасибо. Всего хорошего. Ну все, сейчас домой пойдем тоже. Да нет, я вот... Мы здесь с 4 утра. Я вот решил вот это, подождю так прогуляться. Ну. Думаю, может, рыбачки-то какие сидят, может быть, ну, в дождик-то. Как? И гляжу, и вообще-то вот сидя, на машинах там он приехали, да, гляжу. Да, да. Ну, вон. Там он один на лодке на машине, вон на лодке стоит. Ну да, я вижу. Ага, вон кормушечка, все как... Да, да, вот это. Ага, кормушечка. Это называется вот это. Ага. Да ладно. Я вот, знаете, я в принципе в прошлом, прям вообще, прям вот без рыбалки не мог, когда, значит, был помоложе, вот, допустим, на Волгу, ну, в местах-то были там, если вы рыбаки-то, на Волгу, там, допустим, Боротынский район, в Разнежье, да и вообще вот по той, там хорошие места такие, правильно? Да, конечно. Вот. А сейчас просто у меня и времени нету это ходить. Раз от раз бывает, вот схожу вот куда-то на Масленку, там вон на Круглое озеро, вот бывает так прогуляюсь, так это, от нечего делать просто. Я на Масленку тоже красиво бываю. Вот, да, кстати, знаете, там вот в этом году появилась какая-то рыба интересная. Мы вот поймали, мы сюжет даже с женой сняли. А? Гальян? Я не знаю. Знаете? Ну, гальян, что это за рыба? Не, ну просто... Ну понимаете, нет. Или вот этот, ротан. Не ротан, даже не ротан. А вот это вот, знаете, вот похоже, знаете, чем-то на плотву желтизной такой отдает, да, чешуя. Да, да. Гальян. Гальян, да? Гальян. И ну. Еще я его называл, это, как его, ландыш. Ага. И вот, знаете, червя так шрет. Да, вообще. Не успею, да, закинуть. Ротик маленький. В таком червяку у нас как присосется. Да-да.
умирает, вот у него на живца половина здесь, да? Но он умирает быстро. Он, говорят, слабенький. Вода какой-то. Это не нравится. Нет, он слабенький, он слабенький. Да, он долго... Самый хороший живец — это плотва. Самый хороший живец — это вон, я есть приснулся как. Да, вон он гуляет. Вот гуляет. Гуляет. Первый только приснулся. Это, наверное, это щучка или судак? Щучка или жерех. Или жерех. Щука нет. Щука нет, так вот. Ну ладно, всего хорошего. Спасибо. В общем, поглядите, я, если что, выложу или завтра, или послезавтра я выкладу. Не, ну вас равно нет, в YouTube еще, наверное, найду. Да, найдете. И старые съемки найдете. Я тут вот был в июле тогда, значит, вот тут вот товарищ какой-то вот прям столько много натаскал. Я не помню, сколько у него килограмм было. Килограмм, наверное, около 5, наверное, было. Здесь я? Да. Тогда вон он. Где-то яма он была. Он Костя тогда. Он Костя. Он а, вот все стоит. Ну, все. Это он. Все, ладно, спасибо. Здравствуйте. Ну вот, опять мы к вам пришли. Ну как, удача? Мелочь сегодня? Уже таких килограммовых нет, как вот тогда, в июле-то я был, тогда снимал. Репортаж, наверное, мой видали, да, уже? Я не смотрю. А? Я не смотрю. Вчера вот ходил, вышли, фотографировал тоже, уже в интернете. Кто у вас фотографировал? Я здесь, вот здесь, какой-то ходил. И с телевидения? Нет. Ну, тоже так же. Любитель какой-то? Ясно. Понятно. Я... Угу. Экземплярчиков таких уже нет. Ясно. Ну, я даже сегодня что-то один, да? Напарник с вами тогда был как кто-то, а вот и... Сейчас в такую погоду... Ну, такая это нет. В такую погоду только матерые рыбаки идут. Да. Вот, все. Лентяи там это просто так дел провести, они придут и уйдут. А рыбачки-то они упористые, напористые, все. Да, вот стоят в воде. Да. Да. Вот. Вас ведь Константин звать, да? Да. Ну. О, видишь, бутербродик делаешь, да? Да. О, бутерброд делаешь. Не путаются вот так они? Ну, я вот гляжу, у вас это разветвление, вот это вот, специально вот эта вот проволочка, вот эта вот, как она называется? Ага. А вот это вот внизу проволочка-то вот от кормушки, которая отходит, вот разветвление, это чтобы специально не путались, правильно? Я уже понял вот, ага, систему. Потому что я на такую систему еще не пробовал ловить. Я все вот гляжу, вот как кто ловит. Потому что я по старинке по своей же хожу ловить. Я так же смотрю, кто как ловит. Так же и ловлю. Сам так же здесь я вот научился всего. Смотрю, кто как. Угу. Понятно. Это у вас телефон? Ну ладно, ни хвоста, ни чешуе. Ага. Всего хорошего. Опа. Ага. Что-то и тащим. Тащи. Тащи его. Сошел? А? Thank you.
Это уже какой у вас улов? По счету. Пятый? Шестой? Седьмой? Четвертый? Ну. А я гляжу, вот все такие побольше ладошки чуть-чуть попадаются сегодня. Крупных нет особо, правильно? Крупных нет особо, я гляжу. В июле месяце тут приходил, снимал. Вот, теперь надумал осенью это снять. Вот, в такой дождливый период, так скажем. Вот. Рыбакам дожди ни почем. А? Рыбакам дожди ни почем. Да, рыбакам дожди ни почем, это точно. Вот. Вас как величать? Владимир. Владимир, очень приятно. Я представляю независимый народный репортаж города Дзержинска. Алексей меня зовут. Вот. Ну что скажу, удачи вам, ни хвоста, ни чешуи, не буду вам мешать. Ага. Всего хорошего. Штрафуют, а не то, что... Ну-ка, покажите-ка. Делается, видите? Ой, темновато. А выньте прям вообще, выньте, пожалуйста. Ага, во, вот так, гляди-ка. Щучки. Ну, а что? На ухутах будет нормально, да? Котлеты внукам. А, котлеты внукам. Вы... Так бы я их... А, вы котлеты делаете, да? Да, жена будет котлеты. Ага. Как вас величать? Евгений. Ага, Евгений, очень приятно. Меня Алексей. Вот. Ну а что, хорошо. Что вот? У некоторых вообще ничего. Я вот прошел, вот у некоторых вообще стоят не у них ничего. Даже вот, допустим, вот взять, вот знаете, вот там чуть-чуть подальше мужичок стоит, у него вообще ничего нету. Вот. Вообще. А у которых там, например, штучек 5, вот это, вот подлещики, чуть побольше вот ладошечки. Ага. Вот. А, ну и что, хорошо, все, отлично. Ага. Ну. Были бы они посолиднее, было бы, конечно, приятно. Ну да. Вот ее цапнул. А, ее саму подцапнул. Да. Наверное, судак. Пусть взять. Судак может взять щуку? Даже не знаю. Хапнуть. Навряд ли. Навряд ли? Навряд ли. Навряд ли. Щука может. Это у меня было. Поймал. Дела на три, наверное. Ага. Щучку. Вобля, пальцы поместился еле-еле. Хвост торчит еще у него. Вытащил, ну там перевалил. Где-то килограмм. Вот щука берет. Вон-то градика. А я вот гляжу, вообще-то ваше лицо тоже знакомо. Мы, наверное, вот, может быть, пересекались, знаете, может быть, лет 5 тому назад или 6. Я не помню, я припоминаю, потому что ваш голос мне очень запомнился. Вот по той стороне по мезотона. А вы на глухую, наверное, ловили. Это было так? Было. Где-то было. Вы с каким-то даже товарищем были. Втроем мы обычно ловили. Ну, втроем. Вот я потому что ваш голос запомнил, и лицо мне ваше уже напоминает что-то. Это было, да, лечили. Да, вот лет, наверное, 5 назад или 6, да? Вот где-то так. Я помню. Ага. Что-то еще потом про Сему что-то разговаривали. Да, я на Сему видел. Ага. Ловилось, лечь ловился, да, было. Угу. Как раз. Ну да, лет пять. Ну где-то лет 5, да. Лет 5. Я еще с женой приходил, там мы тоже ловили. Ну, конечно. Ну ладно, всего хорошего. Ни хвоста, ни чешуи. Спасибо вам. До свидания. Хорошего.
До свидания. Внуки пускай глядят в интернете. Я выложу это, если о рыбалке. В соцсетях я выкладываю свои вещи. Это вот YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, если вы знаете. Вот. Ну, если кто у вас знает и интернетом пользуется, значит, это посмотрит. Вот. Ну, ладно, всего хорошего. Гусерочку поймали? А где вы были? Это вот на Оке. А, на самой Оке вы были? Да. Ясно. Ну и удачно. Ну, я считаю, нормально. Нормально, да? Вообще, ну ладно тогда. Всего хорошего. До свидания. Ну вот, попался еще один старичок. Ну вот, поймал рыбку. На Оке, правда, на реке Оке. Вот. Ну все, всем пока-пока. Пошли домой. Вперед.